Камчатка не отпускает меня, как не отпускала всю жизнь, друзья. Слова «я восхищен», они вообще не отражают моего впечатления от этого мира. Рекомендую хотя бы раз в жизни каждому человеку сюда попасть. Пусть это будет комбат-экспедиция. На Камчатке мы подышим ветром прилетевших с горных хребтов Аляски. Мы насладимся панорамами, которые открываются при подъеме на вулкан Авачинский. Мы поднимаемся на вулкан Горелый, чтобы увидеть в кратере вулкана прекрасное голубое озеро. Мы проводим волшебную ночь в палаточном лагере, гуляем по активной кальдере вулкана, где фумаролы выдыхают настоящий вулканический газ. Мы промчимся по бухте Авачинской на катерах, а если нам повезет, мы увидим китов-касаток. Будем наслаждаться природой контрастов, запомним память телефонов и свои сердца впечатлениями и идеями от общения с близкими по духу и с близкими по статусу участниками. Друзья, мы летим на Камчатку с 24 июля по 1 августа. Мест осталось совсем немного. Я жду вас.